Приветствую! В этом видео немного расскажу о собственно сделанном шутере от первого лица. В игре реализованы бег, прыжки, приседания, стрельба и противник. Если с первыми тремя все довольно просто и понятно, то на последних двух немного заострю внимание. Стрельба реализована в виде пуль, представляющих собой физические объекты, которые выходят из ствола и двигаются с большой скоростью. Это сделано для того, чтобы пули могли взаимодействовать с поверхностями, которые могут изменить их свойства. ИИ умеет находить путь до игрока, атаковать, а когда не видит игрока, поворачиваться и передвигаться в произвольном направлении. Это придает игре немного рандома, а также освобождает разработчика от дополнительной редакции кода каждого болванчика. В игре присутствуют гранаты, которые ищут цели в определенном радиусе и осуществляют взаимодействие в зависимости от класса объекта. Цель данного проекта – отработка на практике таких механик игрового процесса, как передвижение, взаимодействие физических объектов и работа с поведением ИИ.